Зачем? Вон там, дальше парка. Все хорошо у тебя как? Зачем тебе мой номер телефона? Зачем? Спасибо. Чтобы чаще себя радовать. Дэшбэк бонусами в аптеках, чтобы заботиться о себе. Скидка по кредиту, чтобы купить то, о чем давно мечтали. Оформите пенсию в Сбербанк онлайн или в отделении и получите особые выгодные условия. У меня нет привата. Одна моя подруга решила отдохнуть там, где нет связи. Куда же вы едете без этой связи? Алло. Никуда, Люся, никуда. Потому что Мегафон даже тут ловит. Мегафон, мобильный оператор номер один по покрытию и скорости. Этим летом ярче цветом. Бандой три футболки по цене двух. Отпуск. Это даст плюс приятно. А я бы... Спасибо. Обязательно. Та-дам! Круто, да? А теперь вешаем его в автомобиль, который будет гарантированно разыгран каждую неделю в мае. Мечтальон! Акция «Второй шанс! Жми к мечте!» Суперприз от 100 миллионов! Покупайте билеты на почте и онлайн! Регистрируйтесь на nloto.ru, и один из четырех автомобилей может быть ваш! Пикадо. Наш взгляд на то, каким должен быть кетчуп. Сочный, ароматный и по-настоящему острый. Пикадо. Неожиданно. Зачем? Покупайте товары для стройки по низким ценам на Авито. Скажи нет силиконовому парабену. И да, шампунем Шаума. 90% ингредиентов натурального происхождения. Для здоровья и красоты волос. Шаума. Забота о корне до самых кончиков. Новая нежная мороженая с натуральными ягодами вишни. Ничего. Наслаждаться летом в новых образах – это шаг навстречу себе. Заходи на Озон. Откройся преображением. Спасибо. Выбирай. Примеряй. Получай удовольствие от разной себя. Наполни лето яркими образами. На Озон. Одна моя подруга решила отдохнуть там, где нет связи. Посмотрите, это же лучше, чем в Монако. И тут ловит. Ты моя встреча, Люся. Люся, ты супер. Куда же уехать от этой связи? Спасибо, спасибо. Потому что Мегафон даже тут ловит. Спасибочки. Номер один по покрытию и скорости. Спасибо, спасибо. Так, снова с ними еще не случалось.
шестом сезоне у меня почти все талисманы. Это же Хронос и его сила путешествий во времени. И что самое головокружительное приключение? Давай, котик. Мне контролировать время? С непредсказуемыми последствиями. Ты не получишь талисман ни суперкота, ни мой. И мы не прекратим борьбу, пока не вернем все остальные. Мы с тобой одна команда, котеночек. Монарх вас использует свою новую силу. На этот раз вам меня не подведут. Спасибо. И суперкот. Завтра с 8:00 весь день только на ТВ-3. Он же тут стоял, да? Ну да, но он типа разговаривал с кем-то. Спасибо. Смотрите. Ты чё? Походу, тот ноутбук, с которого он видос свой снимал. Смотреть, может, он еще чем-нибудь положит. Спасибо. Потому что у меня... пропала связь. Бензин в мотоцикле закончился. Пошелечки. Там три прогноза поставить. Странно, да? Сына не отпускает меня. Не отпустит. Вас у меня отпустят тоже. Если вы нашли это снова, и смотрите мою запись, то вам конец, как и мне. Вам уже не будет зачем. Скоро. Очень скоро вы поймете, что вы хотите. Спасибо. Да ты совсем идиот, что ли? У меня чуть сердце из груди не выскочило. Откуда? Короче, ребят, я все понял. Он просто снимает страшный фильм, ну типа, дерьмо, подкастер возвращается. Ну и все, с пусом это все разбросал и уехал куда-то со своим корешем. Ну и сейчас куда по-любому, там, набежит стадо хомячков и туристов. Да? А как в твою версию вписывается 8 миллионов? Ну, тогда грибы. Чернобыльский мухомор, по-любому. Может, у нас бензин остался еще? Паш, и нахрена? Приветики. Пообещай, что не вернешься обратно. Куда? В Припять? Да, пообещай. Я не грущу. Ну, все хорошо. Пообещай и все. Ни при каких обстоятельствах. Слушай, ты своим шифром уже достал. Фотографии это. Предчувствия какие-то. Что происходит? Паш, я все тебе расскажу. Но... Чё, господи, обдарили уж. Что такое?